Видео специально для тех, кто определяется между моделями 320, 340, 360 с точки зрения перевозки. В автомобиле, в багажнике, как тяжело ее таскать. А это, кстати, у нас коврики к лодкам Taimen NX 320, 340, 360. А это сами лодки. И давайте сейчас замерим габариты упаковки. Визуально вот вы видите 320, 340, 360, насколько они отличаются по длине. Вот они лежат на одной линии. Практически незаметная разница, особенно между 320 и 340. Ну, 360, да, заметно подлиннее. Если 320 и 360 сравнивать, разница видна. Давайте в цифрах. Начнем с лодки Taimen NX 320. Длина упаковки 103 сантиметра. 340-я лодка Taimen NX 340 NDND Pro. Длина упаковки 107 сантиметров. Taimen NX 3600 NDND Pro. Длина упаковки 114 сантиметров. Ширина упаковки 320-я лодка 54. 340-я лодка 53. 360-я лодка 54. Высота упаковки. Ну, я думаю, вы наглядно видите. Я визуально разницы не вижу. Но вообще-то это зависит от того, как плотно вы свернете лодку. Давайте померим. 26. 27,5. Практически нет разницы. А это коврики для этих моделей. Taimen NX 320. Коврик по высоте. Ну, вообще-то это ширина по полу внутри лодки. 70 сантиметров. 340-я лодка. 73,5 сантиметра. И 360-я лодка. 79,5 сантиметров. По диаметру они все примерно сворачиваются в 20 сантиметров в диаметре. Ну а теперь взвесим лодки. Taimen NX 320. 31 килограмм 200 грамм. Taimen NX 340 NDND Pro. 35 килограмм комплект. Taimen NX 3600 NDND Pro. 38 килограмм, 400 грамм комплект. А теперь коврики для этих моделей. 320-я лодка. 2 килограмма коврик. 340-я лодка. 2 килограмма коврик. 360-я лодка. 2 килограмма, 200 грамм коврик. Надеюсь, ответил на вопросы тех, кто интересовался по поводу перевозки этих лодок в автомобиле. 320, 340, 360, какой габарит, влезет ли в багажник, сколько весит, и то же самое по коврикам. Если вас интересуют подробные обзоры на эти модели, они у нас уже на YouTube-канале есть, на 320, 340, 360 лодку, все в деталях, все запчасти лодок взвешиваем по отдельности, все габариты замеряем. Пожалуйста, заходите по ссылке под этим видео, там все обзоры приложил. Подпишитесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Руслан, магазин «Мне лодку». До новых встреч, всем пока!